впервые хочу сказать, и сказать это на твоей программе. Ребят, нация у нас одна, мы русские. Фатим, как защититься? Я извиняюсь, она психотерапевт, психолог, да? Блин, ну как защититься, Фатима? Она похрену. Ведьма ведьму-то и увидела. Вот сразу все нахер посылайте. Встретиться на передаче две ведьмы. И она берет и говорит, ты ведьма. Если Светка вам сказала, чтоб ты споткнулся, просите быстрее у нее прощения. Ведьму обидеть может каждый, но не каждый успевает попросить поэтому, прощения. Знаешь, как... В итоге, как мне тебя называть, я не пойму. Ты не гадалка, яснознающая. Как ты себя называешь? Да хрен его знает.